В России новый виток громких зачисток оборотней в Министерстве обороны. Так, на этой неделе был арестован за взятку в особо крупном размере начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей. Золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Статья 290 УК РФ, по которой задержан главный кадровик Минобороны, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. На текущий момент обыски продолжаются. Также отличные новости пришли из Московского гарнизонного военного суда, где для бывшего замначальника управления К службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова обвинение запросило 14 лет строгого режима, штраф в размере свыше 170 миллионов рублей, а также конфискации виллы в Италии стоимостью в 2 миллиона долларов. Стоит отметить, что зачистка оборотней происходит не только в Министерстве обороны. Силовики отлавливают коррупционеров и среди чиновников. Так, в Иваново был задержан замглавы администрации города, который обвиняется в получении взятки в крупном размере. Кадры с задержанием оборотня были опубликованы Ивановским управлением ФСБ. Чиновник отправлен в СИЗО. На текущий момент проходят обыски и выемки документов. Момент истины, в свою очередь, также продолжает борьбу с коррупцией и произволом. Если вы столкнулись с несправедливостью или беспределом со стороны чиновников, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактным телефонам.